тройка, транспортный пересадочный узел. С этой стороны, со стороны Дмитровского шоссе и Селигерской улицы. Сегодня 16 апреля 2021 года. Выглядит стройка с этой стороны. Здесь будет автовокзал, стоянки для машин. И это на станции метро Селигерская. Северный выход. И возле метро стройка. Разводится транспортный пересадочный узел с Дмитровского шоссе. С этой стороны будет автовокзал. А с Дмитровского шоссе, от Коронского шоссе, будет виден торговый центр. Но машины будут езжать как с Коронского шоссе, вот оттуда, так и с Дмитровского шоссе. Вот отсюда. Вот такой объект возводится у нас на севере Москвы, с улицы возле метро Селигерской. Много машин у нас с Коронского шоссе едет, поворачивает, будет еще больше. Вот спуск на этом объекте, ДТУ Селигерской. У нас здесь будет еще оживление. Третий этаж стройки. Будет 4 опытажных здания. Большое. Даже с автовокзалом. Гостиница метрополитена. В Бескудниковском районе. Стройка и метро. Метровское шоссе. А через дорогу район Западной Дубонино, ЖК Селигерсити, с высотками небоскребами. Новый район Западной Дубонино. Вот дома наши Западной Дубонино. Тут почти не видим. Да, закрывают наши дома. Мы там закроемся все. Да. Еще работают. Сейчас активнее стали настройки работать.
Тихо, что звучит. Да, интересно, сложно будет, интересно, но я жду. Я жду, будет интереснее нам, на нашей Украине, Москве, столице. Вот как идет шоссе Днепровское. Дом 89, здесь отселенный дом по реновации строится, вместо вот этих двух домов, вот здесь дом по реновации, новый дом для людей. Да. Оживленный Днепровское шоссе рядом. Парк у меня Федорова у нас здесь есть. Днепровское шоссе, федеральная трасса. С другой стороны, Коронинское шоссе, куда я иду сейчас домой. Отличная местная дорога. Возле станции метро Сольвекерская. Стройка у нас здесь. Да, вот так преображается это место. Я давно здесь живу, с 85-го года. Я вижу все эти изменения. Но они хорошие. Хорошие, к лучшему. Долго ничего не строилось здесь. И даже гостиница не была достроена. В 85-м году. А сейчас у нас и метро. Станция Сибирьевская у нас появилась. Мы ее так долго ждали. Необходимо было давно уже метро. Наконец сделали. А метро открыли 22 марта 2018. Недавно. Видно, 20. Вот 3 года исполнилось туда. 3 года. Кажется, только вчера. Ага, да. Да, вот так смотрится стройка и то, что рядом. И то, что рядом. Здесь Пискуховский район. Начали севера города Москвы, столицы. Через дорогу район Западный. Теперь у меня мой район. И я иду туда. Налюбовалась, поснимала на память. Поскольку место скоро время изменится, будет возведено здание к 23-му году. Ну, 23-м начале или в середине года откроется этот объект ТПУ с автовокзалом. Буду ходить сюда в торговый центр. Да, интересно, товарами, продуктами. Надеюсь, будет доступна цена. Да, очень интересное место у нас здесь, очень интересное. Все интересно. Да. Север города Москвы, столица. Два района. Да, хорошо.
обычно как